Ну, здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Сядь, сядь. Один фраерок рассказал, что ты прикольные фильмы про путешествия делаешь. Но проблемы с Ютубом и зарабатыванием денег тебя обламывают. Ты расскажи, а мы подумаем, как помочь. Стоило меня за этим через весь город таскать. Ты что, торопишься? Да нет, я могу еще лет 50 подождать. А вот мы не можем. Ютуб-то создадут только в феврале 2005 года в Калифорнии. Насколько я слышал, ты в Америке 3 раза был? Выпьешь? Нальете, выпью. Хотя я больше пива люблю. Особенно обожаю ИПА. Лакаю его, где бываю. Ну, за что мы выпьем? Да за что хотите. За твое здоровье пить глупо. Это почему же так? Есть у нас сомнения, что ты все эти страны не посещал. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Зря вы так. Тихо, тихо, тихо. Ну, рассказывай, рассказывай. А смысл? Рассказывать о фильмах на моем канале, которые вы никогда не увидите без подписки. А ведь это так просто. Нашел мой канал «Картавцев фильм», кликнул на кнопку «Подписаться» и нажал на колокольчик. Зачем? Ну как зачем? Чтобы не пропустить выхода моего нового фильма. Толково придумано. Да, толково, очень толково. В Москве живешь? Да не в Москве, а лучше. Раменский район, поселок городского типа Быково. Рядом Жуковский и Люберцы. Слышали, наверное? Ты что, деревенский, что ли? Да нет, хотя москвичи так считают. До метро Выхино минут 20. 25. Документы есть? Только загранпаспорт. Картавцев Владимир, а канал значится «Картавцев фильм». Ну, ты совсем без фантазии. Небось, на Петровке целая канцелярия такие справки шлепает. Это, папаша, документ, между прочим, по которому я по миру летаю. Летаешь из Быкова? Может, сразу в космос? Папаша, дорогой, ну что же мне делать, чтобы ты мне поверил? Это ты к чему? Ты даже еще не подписан, а уже рассуждаешь. Если у меня мало подписчиков, то это не значит, что я делаю плохой контент. Хватит базарить! Полностью с тобой согласен. Один треп. Рассказывай про страны, которые посетил, или сядь и засохни. А у тебя от такого количества информации башка не взорвется? Не взорвется. Я люблю города, их романтику. Вкус поезд, как полз во времени. И как часто встречаются странники, что влюбляют в себя настроением. Всю Европу объехал, Англию, был в Америке и Мексике. Хотелось бы все смонтировать, но тупо не хватает времени. Заходи на мой канал на Ютубе, Рутубе и ВКонтакте. Там найдешь фильмы по душе, а заодно и пожрать на славу. Да, складно звонишь. Дальше. Смешной малый. Ну чё замолчал-то? Папаша,
Надо спасать канал. Google рекламу убрали, монетизацию прикрыли, а мне как раз компьютер мощнее купить надо. 1400. Это я понял. Что дальше-то? А еще нашелся человек, который этот самый YouTube предложил тормозить. Во волка. Хорошенькие дела. Ну, какие будут мнения, господа хорошие? Вы просто обязаны его спасти. Машину хорошо водишь? Не жаловались. Хоть автомат, хоть на механике. С праворукими сложнее. Взяли такую на Маврики. Может, тебе фильмы для взрослых снимать? Чик! И ролик уже готов. Ты это, Карп, правильно меркуешь. Сгодится нам этот фрирок. Деньги любишь, значит? А кто же их не любит? А зачем они тебе? Зачем? Нашел бы зачем. В ту же Новую Зеландию слетал бы. Ну хорошо, хорошо. Промокашка. Завтра часиков 8 пойдешь в сберкассу и положишь на его имя 25 кусков. Пусть подавится. Сберкнижку принесешь мне. Мне. Сберкнижку мне. Она мне сердце согреет. А еще на этом видео и под каждым роликом укажу номер карты и ссылку на донат. Надеюсь, найдутся добрые люди. Поддержат канал. Ну ладно. Спать пора. Время позднее. Завтра силенки понадобятся.